Позади два дня наших командных соревнований. Мы увидели короткие и произвольные программы. И теперь пришло время наградить лучшую команду. На подносах золотые и серебряные медали. Настя, мне кажется, сейчас сбылась твоя мечта. Ты стала распорядительницей золотого запаса ледникового периода. Ах, Петя, если бы! Этим золотом распорядилась наша многоуважаемая жюри. И сейчас мы узнаем, каким образом. Внимание на экран! Мы поздравляем победителей сборной России! И передаем слово Татьяне Анатольевне Тарасовой и Елене Анатольевне Чайковской. Сборная России, поздравляю вас с замечательной победой, потому что сборная мира была представлена великими силами, и катались они замечательно. И победить их – это очень большое счастье. Поэтому, а мы, представители России в жюри, рады как никто. Я поздравляю вас и желаю вам в следующем этапе, когда вы будете отстаивать свои индивидуальные медали, показать такое же мастерство. Спасибо за великое удовольствие. Я это слово повторяю все время, потому что это действительно так. Спасибо большое. Татьяна Анатольевна. Я поздравляю вас, россияне, с победой. Но победа ваша прямо на грани. Спасибо вам за большое счастье видеть вас и наслаждаться вашим творчеством. Итак, раздаем медали. И я присоединяюсь к поздравлениям. Сборная России одержала классную победу в великолепном составе. Спасибо Первому каналу за то, что мы этих прекрасных спортсменов увидели на льду и на экране, что они были собраны все вместе. Это ни с чем не сравнимое удовольствие. На следующем этапе эти же спортсмены будут выступать индивидуально, то есть сражаться между собой. И на этом я, комментатор Первого канала Владимир Гомельский, прощаюсь с вами. Ура! Всего вам самого доброго. Сегодня мы стали свидетелями невероятного командного духа. Какая была борьба, какие были выступления, как боролись наши участники за победу. Наши поздравления команде победителей. Но в то же время мы должны предупредить, что наши соревнования не закончились. Следующая программа готовит нам новые сюрпризы. Наши участники будут соревноваться в индивидуальном зачете. Посмотрим, как им удастся проявить себя и на чьей стороне окажется удача. До встречи на самом ярком, непредсказуемом и увлекательном шоу «Ледниковый период. Кубок профессионалов». Пока! До свидания, друзья.